Самоделка из профильной трубы готова. Получился у нас такой вот магнитный держатель. Ранее я делал магнитный держатель, но он не такой мощный, как этот. Мы потом в дальнейшем все это испытаем. И плюс я доработал вот такой вот механизм. Ну и главным плюсом данных магнитов является в том, что профильную трубу можно зафиксировать под любым углом. Под тем углом, где этот стандартный магнит не справится. Проверим также нашу новую. Тут надо впритык поставить, чтобы профильная труба не уезжала. Также можно будет приварить профильную трубу под углом 90 градусов. Вот выставил и привариваем спокойно. Также на данной приспособе очень удобно будет приварить гайку в любом положении, какое нам необходимо. Вот так вот даже чуть-чуть наклонил и привариваем. Давайте еще проверим силу хватов всех этих трех магнитов. Один из них был куплен у китайцев. Ну, это понятно, что не схватит. Так, предыдущая модель. Ну, он только вот не поднимет слегонца и роняет. О, даже поднял. Ну, а теперь новый магнитный держатель. Он вообще прям с легкостью. Опа, еле как оторвал. Не прям уж еле как, но все равно. Ну ладно, это мелочи. Проверим на чем-нибудь да потяжелее. Ну а теперь проверим силу хвата на такой печке. Вес ее составляет 6 кг 800 грамм. Сначала будем проверять на предыдущем магнитном держателе. Он не справляется. Теперь новый. Держит, все отлично держит. А решил я делать эту самоделку как раз для этой печки. Мне нужно было зафиксировать вот эту дверцу к этой профильной трубе. Другими магнитами я никак это не сделаю, не позволяет угол. А с этой, с легкостью, я бы как раз приварил эту дверцу к петлям. Вот, зафиксировал, накладываем петлю и привариваем ее. Также с помощью этой приспособы можно было приварить это поддувало, ну и вот эти вот два места, куда мы закидываем дрова. Ну, на этом я буду заканчивать. Ну, а вы пишите, что думаете насчет данной самоделки, что бы вы добавили, что доработали. Всем пока!